Всем доброе утро, с чего начинается мой прекрасный день на каникулах. Точнее, стакан водички, природа и good morning на сегодня. Но мы спускаемся в домашний look of the day. Чертики. Заправляем. Вот так. Идеально. Итак, мой супер пончик. Я умылась, почистила зубки и теперь буду наносить мицеллярный гель для умывания с алоэ вера. Такой, смотрите. Чистая линия, реклама. Не реклама. Окошко, природа. Я уже сделала все свои утренние дела, которые я постоянно делаю каждое утро. И теперь мне нужно собираться кое-куда. Куда? Я вам это расскажу немножко попозже. Вообще, давайте вам расскажу, кто я такая, почему такое видео я снимаю. Во-первых, у меня был до этого YouTube-канал, и... как у меня были большие проблемы с другим телефоном, я не имела возможности вообще снимать и все на свете, но как-то выкручивалась очень, ну, такими сложными путями. И как прошло несколько времени, я себе обрела новый телефон, и я решила создать новый канал, потому что нужно было аккаунт новый, все на свете, а я забыла пароль. Моя была большая ошибка. И теперь я завела новый. Здесь я буду снимать формат в виде блогов, в виде моей личной жизни. Буду вам давать такие советы из моей жизни, которые я поняла. Ну, такие всякие мини-штучки. Вот, надеюсь, вам очень понравится. Нажимайте на красную кнопку подписаться, лайкосик. Я уверена, вам зайдет такой формат, и понравлюсь я вам, потому что я буду очень стараться. Так, я иду сейчас в столицу, потому что у моей мамы 2 июня день рождения, а сегодня 25. И нужно ей купить подарок, о боже мой, не падать. И нужно купить ей подарок. Я уже знаю, какой подарок. И если получится, я вам засниму мамину вообще реакцию на подарок и все на свете. Но для вас это тоже останется в секрете. Вот, я иду сейчас в столицу. Ура, наконец-то я приперлась домой. И сегодня, как вы знаете, 25 мая, последний звонок, все такое. Мы заказали суши, да, наконец-то. За сколько лет. Мы сегодня будем отмечать 25 мая. Ну, как сказать, последний звонок, линейка с сушами. Вкусненько будет. Наверное. Вы не знаете, как я их жду, потому что я их не ела где-то года полтора точно. А с мамным подарком вроде все нормально. Я его заказала, буду надеяться, что все будет классно и маме понравится. Итак, я сейчас буду себе готовить обедик. Я буду съезжать колбаски, салатик, буду еще супчика кушать. Ну что, я пока прошлась, я проголодалась. В общем, находилась. Но сегодня вечерок будет клевый, наверное. Надеюсь. Итак, 9:30. Просто гора посуды, которую буду сейчас мыть я. Да. Так, сюда мне стоит гора посуды. А родителей я отправила отдыхать. Потому что мама так сегодня, я ей помогла и готовить, и все на свете. Они, как всегда, самое сложное осталось. Итак, подведем итог сегодняшнего дня. Точнее, 25 мая. День последнего звонка. Ну, у нас он прошел в мини-таком 3D-карантине, но все равно, как бы 25 мая все же. Итак, что сегодня у меня было? Сегодня был более продуктивный день.
было кучу позитивных эмоций, кучу усталости, но зато запомнился этот день хорошо. Как я вам говорила, мы сегодня заказывали суши. Но перед сушами нужна была прекрасная уборочка. Ну как же без уборки? Я убрала, получается, в коридор, по-моему. Да. И, ну, потом мы с мамой еще накрутили мини-шаурмы с сыром и с помидором. Кстати, вот так вот вкусно. И пожарили на сковородке. Пробуйте. Очень классно. Вот, тоже. И покушали мы, сели с семьей, отпраздновали сушами и шаурмой этот праздник. Получилось очень уютненько, миленько. Ну, а как еще? Лучше в семейном кругу, чем в кафе с своими одноклассниками. Ну, согласитесь же, семья — это семья. Вот, что я вам еще рассказать? Помыла огромную гору посуды. Ну, как же без гары посуды после праздника. Вот. А так, в принципе, все. Надеюсь, вам понравился такой формат видео. Очень вас сильно люблю. Целую. Спасибо за просмотр. Не забывайте нажимать на красную кнопку подписаться. Это само собой. Поставить там лайкосик. Он такой маленький. Для вас это просто так нажать, клац, и все. А для меня это полностью радости на весь день. Спасибо большое, что были со мной в этот день.